Привет! Возвращаемся, значит, сегодня с похода, и нам звонят с почты, забирайте посылку. Это опять Костя нас радует своими подарочками с Белоруссии. Вот, о! Здесь коробка почти 9 килограмм. Сейчас будем скрывать. Ну что, поехали. Ай, большие. Сложно. Я уже более опытная стала. Взяла ножницы. Да, уже вторая посылка. Опа. Ага. Опять вкусняшки. Привет, вкусняшки. Молоко. Надо попробовать. О, сложненько. Чечевичный. Куча супа. Кстати, мы уже один суп попробовали. Егорка. Егорка. Егорку мы еще не ели. Ой-ой-ой, доставай ножницы. Вот это да. Кость, ты упаковал, чтобы они не сбежали, да? При желании. Все прям намертво. Супер. Опа. Куча супов. Следующий поход обязательно возьмем. Вау, вот это. Что, уже устала? Да. Суп столовый. Столовый? А что с мясом? Мне кажется, мы сгущенку больше никогда не будем покупать. Сколько сгущенки. Ладно. Это тоже, походу, та же фирма, да? О, это вареная сгущенка. Вареная. Лакомка. Походу, консервы, да? Ну, в смысле, мясо. О, фига вылетело. Ай! Рубленое желе. Мясо рубленое в желе. Говядина. И такая же свинина и говядина. Прикольно. Опять. О, каша. Вот, пирожки вот такие-то классные, блин. Перловка. Мне нравятся такие кашки. Мне тоже. Коричневая. Коричневая. Коричневая с говядиной. Супер. Так, а там свиток золота. Золото должен быть, да? Нет. Так, Костя, золото не дошло. Жалко. Ну что ж, Костя, спасибо большое. Это очень классно. Мы обязательно это протестируем. И снимем видео, чтобы вы видели, как мы едим это. Да. Ну и посмотрим реально, что из чего оно состоит, потому что тушенка бывает разная. Мы тоже много разных пробовали. И реально для нас это интересно попробовать что-то новенькое и посмотреть, как оно на вкус. А один из таких супов мы уже попробовали в походе и сняли видео. Так что ждите, оно скоро выйдет. И если вы хотите нам присылать такие же посылочки на обзор, то присылайте, не стесняйтесь. И, Костя, еще раз спасибо тебе большое. И до встречи. Пока-пока.